Мама, что ты делаешь? Это чтобы не убить тебя, пока мы делаем домашнюю работу. Так, задача. 14 детей учились плавать. Трое из них еще не умели плавать, а двое уже утонули. Сколько детей научились плавать и еще не утонули? Это что, задача? Тут сами не разберемся, надо в храм дебилов написать. Уважаемые родители, кто-нибудь решил? Пиши здесь. Кто-нибудь решил? Давайте скинемся на Деда Мороза и Снегурочку на Новый год детям. Я думаю, до 5000 нам хватит. Да хуй! Какие 5000 семьи? Это Санта-Клаус приедет из Нью-Йорка? Да, Соколов сорвал петарду под... Ну не ребенок, а сатана! Исключите! Что это, мой ребенок не мог такого сделать? Он хороший, себя исключи из школы, идиотка. А ты идиотка, сами бандиты, и ребенка бандитов растят. Вчера чего вы не пришли украшать класс? Потому что вам нахрен ничего не надо. Вы там что, переломились, украшали класс, там две мушеры повесили? Что думаете, я управы на вас не найду? На вашего преступника! Нужна кофемашина, продаю дешево. А бесплатно отдадите, у меня трое детей, мы такие несчастные. А мать, я мать троих детей! Отдайте бесплатно! К сожалению, мой ребенок не пойдет на новогоднюю елку в школу. По 100 рублей, извините меня, это очень много для нашей семьи.